И всем привет, ребят, с вами Мистер Вайк, я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорно-игровой тематике. Сегодня мы вместе с вами обсудим наш замечательный хэллоуинский спецрежим, обсудим новые гранаточки. Ну и чуть-чуть поностальгируем, покатаем в спецрежиме, расскажу вам свои какие-то мысли, эмоции по поводу хэллоуинского ивента и по поводу этого спецрежима, так как у нас на протяжении уже последних, наверное, лет так 3-4 этот спецрежим появляется, может быть, даже больше. Я уже не помню, если честно, с какого года поменялась у нас карта. Ну и если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, обязательно подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кислотов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игрового аккаунта, установите мой личный так темпэ, дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо наших новых гранат тыквенных, мне должна была подъехать эта замечательная гранатка в виде тыквочки, но, к сожалению, что-то до моего спецаккаунта она не дошла, поэтому мы вместе с вами сможем все это дело рассмотреть в рамках спецрежимчика. Ну и запикиваемся в него, посмотрим, что у нас в нем интересного есть, и попробуем реализовать нашу замечательную комбинацию. Плюс посмотреть, как работает спецрежим, насколько он актуален на сегодняшний момент времени и сколько вообще есть в нем интереса. Я уже запикался, посмотрел до начала видеоролика, да, посмотрел, что там у нас падают вот эти вот замечательные теперь новые мега-голды с 10 рубинами. Ну и активность довольно-таки неплохая. Только единственное, я не понял, новые ли гранаты в этом спецрежиме. В моем понимании, по идее, эти гранаты должны быть новые в спецрежимчике. Но сейчас мы быстро все это дело вместе с вами и рассмотрим. Да, новая граната, если я не ошибаюсь, она, получается, имеет дополнительную возможность поджога. Ну и посмотрим, что же у нас здесь вообще будет в этом плане. Я так понимаю, в спецрежиме у нас гранаты в неограниченном количестве. Единственное, только они появляются с респа по одной штуке. Так, и что? С поджогом это было или не с поджогом? Я вот не понял. Там вроде 2 по 300 было. Вроде как с поджогом. Вроде как с поджогом была граната. Может и без поджога. По идее, в этом спецрежиме должны быть гранаты уже обновленные. Но здесь эта граната ни под кого не сработала, к сожалению. К сожалению, мне не дошла она до моего спецака. Хотя вроде как сказали, что у меня должны были быть они. Но что-то как-то я не увидел эти замечательные гранаточки. Что касаемо режима, то, наверное, это один из самых атмосферных режимов под Хэллоуин. Да, с картами по типу плато, по типу вот этого большого Хэллоуина, которые всегда для меня лично были интересом каким-то дополнительным. Единственное, только я не знаю, что здесь сейчас конфеты падают или не падают. Падают в этом спецрежимчике конфетки или не падают. Моя гранатка срабатывает. Да, я так понимаю, поджог есть. Или это я молотом попал по двум оппонентам. Ладно, непонятная, короче, тема. Овердрайвов в этом спецрежиме у нас нету, соответственно, все игроки могут спокойненько, без всяких хопперов, на диктаторах ловить золотые ящики. Ну, что касаемо дронов, то они тут имеются. Единственное, только непонятно с гранатами, да? Да, почему не добавили, или... Ну, вроде как не добавили, вроде как это стандартная граната. Почему не добавили тыквенные гранаты новые сюда, в этот спецрежим? Можно было бы их добавить тоже, и я думаю, что это было бы куда более интересно. Ну а если и добавили, то тогда мне непонятна работа поджога этих гранат, да? Непонятно то, что они вообще не поджигают от слова совсем. Скорее всего, это стандартная у нас работа. Что касаемо мегаголда и 10 рубинов, то, на мой взгляд, 10 рубинов это крайне мало, да?
И в будущем должны сделать, ну, хотя бы, чтобы было не 10, а чтобы было... Да, граната стандартная здесь. Это не обновленная, не новая граната. Хотя бы было бы 30-50, да, то есть чтобы был какой-то дополнительный прям хороший интерес в ловле этих рубинов. В моем понимании 10, ну, это крайне мало. Да, то есть 50, это было бы прям, ну, очень солидно. Если не 50, ну, хотя бы 30. Я думаю, что выглядело бы тоже адекватно, хорошо и качественно. Ну, и мне не особо понятно, почему в этот спецрежим не добавили тогда уже и новые гранаты, чтобы была возможность их здесь потестировать в рамках спецрежима. Я думаю, что это было бы интересно. Да, это было бы актуально. Почему их не добавили? Мне лично непонятно. Но так, в целом, спецрежим неплох. Да, есть возможность немножечко поностальгировать, покатать, пофармить. Единственное, только я вот еще не понял, падают ли здесь леденцы. Вы можете написать в комментариях, есть ли леденцы в этом спецрежиме. Если есть, то тогда частота их выпадения как будто бы тоже довольно-таки маленькая. А раньше был интерес именно в фарме этих леденцов тоже, чтобы проходить мини-игру. Как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу хэллоуинского спецрежима. Есть ли у вас интерес вообще в Хэллоуине? Есть ли у вас интерес в нашей игре в этом режиме? Ну и что вы думаете по поводу новой гранаты? Да, видели ли вы ее уже? Как она работает? Есть ли у вас какой-то интерес к этим гранатам? Напишите свое мнение в комментариях. Поддержите данный видос лайком, если вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.